Что является самым важным в жизни? Если у человека спрашивают, кошелек или жизнь, то обычно любой нормальный человек выбирает свою жизнь. Наш инстинкт самосохранения говорит нам, жизнь — это действительно самый важный подарок, который у нас есть. В иудаизме, когда человека нечего кушать, он смертельно голоден, то разрешается кушать свинину, любую некошерную еду, только чтобы спасти его жизнь. Также, если у человека опасность для его жизни, тогда мы нарушаем шаббат, мы обязаны сделать все, нарушить любые заповеди, только чтобы спасти его жизнь. Видим, что в Торе, в иудаизме, жизнь — это играет огромнейшую важность. Но интересно, что есть исключения, есть три исключения. Когда у человека есть выбор, пожертвовать своей жизнью или предать свою религию, изменить Творцу и заняться идолопоклонством. Как мы знаем многократно в нашей истории, еврейский народ шел на смерть только чтобы не предать свою веру. Второе исключение, если у человека есть выбор, опять же, пожертвовать своей жизнью или убить кого-то. Также здесь убийство — это ни в коем случае не оправдывает спасение своей жизни. Мы должны отдать свою жизнь, но не совершить это преступление. И третье — это когда у человека есть выбор — жизнь или разврат. Также здесь нету оправдания. Мы не можем переступить эту границу. И также здесь мы готовы пожертвовать собой, только чтобы это не сделать. Почему именно здесь, в этих трех преступлениях, мы обязаны отдать свою жизнь, но не совершить их? Есть три духовные сферы. Одна — это наши отношения с Творцом, это наша вера. Вторая — это наши отношения с ближними. И третье — это отношения с самим собой. Когда человек совершает идолопоклонство, он предает свою веру, тогда он разрушает эту связь с Творцом. Вторая духовная сфера разрушается, когда мы занимаемся убийством. Мы убиваем, тогда мы разрушаем нашу связь с миром, с нашими близкими людьми. Третье — это разврат, мы разрушаем самого себя. Мы видим, что жизнь является только средством, а не целью. А что же является важнее, чем жизнь?